мои любимые. Добрый, прекрасный питерский день. Времени сейчас где-то половина второго дня, 16 января 2022 года. Сегодня сказали день ничего не делания. Отмечается один раз в году. Так что давай. Примерзла. Но у меня очень даже делание. Я уже, как говорится, познакомилась со своей подопечной прекрасной. Такое солнышко. Вон как тут все гололед. Надо бы песочком посыпать. Денежка. Вот. Все замечательно. Первую там сначала мы решили попробовать так. 2 часика. А дальше будет видно, потому что малышечка привыкает очень. Такая связь у нее прочная с мамочкой, потому что не было еще нянь у них, а я первая. Вот. И у малышечки еще зубки верхние. Она и спала меньше часа, и все это время так, знаете, под это всхлипывает и стонет и поплакивает во сне, очень так тревожно спит. Вот, ну, наверное, чувствует постороннего человека в доме. Очень даже понятно. Вот. Ну а так очень хорошенькая, все прекрасно. Так что не знаю, что рассказывать. У нас просто такое самое начальное какое-то знакомство с мамочкой, с малышкой. Вот. Не знаю. По мне так все замечательно. Если добрый ты. Ну вот я уже говорила, что с такими маленькими не работала. Мне вот предлагали и с 3-месячным мальчиком. Ну, наверное, с 3-месячным полегче, потому что все-таки 7-8 месяцев это ребенок уже очень отличает маму от немамы. Понимаете? Вот сегодня малышка уснула у мамы на руках, и мама мне ее передала, и я ее как бы доукачивала. И когда она спит, она-то не чувствует, а когда вот бодрствует, то если 3 месяца, то ребенок в принципе не осознает. Если он плачет, то он плачет от того, что какой-то дискомфорт или что-то болит. Вот. А когда все в порядке, 3-месячный плакать не будет. Вот. Ну а когда уже 7-8 месяцев, уже она понимает, что хочет к маме. И так на какой-то там промежуток забывает. Ее отвлекаешь игрушечками, еще чем-то. Песенками, стишками. Но она все равно вспоминает, потому что, как я уже сказала, вообще с ней никто не занимался, кроме мамочки. Вот, для нее это уже норма, что с ней всегда мамочка. Ну,
так вот. Так что, ну и как для меня, какие ощущения, вот реально тяжело, потому что нужно постоянно, постоянно, не только чтобы она была в поле внимания, а она постоянно у тебя на руках, потому что так боишься, чтобы она не ударилась там где-то, не еще что-то, не упала. Она, правда, уже ползает, но все равно сидит не очень устойчиво. И так боишься, что она упадет или назад, или еще что-то. В общем, постоянно на ручках. И потому что зубки, и потому что капризничает. Ну, в общем, вот так вот. Не успел. Не успел. Кто не успел, тот опоздал. Вот я уже и дома. Сколько там мы с вами? Вот за 6 минут дошла домой. Хочу вам стих свой прочитать. Устал. Только не сейчас. Сейчас домой приду и прочитаю. Итак, стих. Я вне законов и религии, сама закон себе самой, вне страхов я и вне событий, события я и я мой дом. Я тишина любви пространства, я Бога свет, его дитя, природы сказочное убранство, безличное я без я. Вне мыслей я, манипуляции, они, как облака, плывут отдельно, уж не включает ор нотации, я и нотации раздельно. Я вне потерь и вне находок, я все во всем, и все ж отдельно. Я пустота на пирсе лодок, мое сознание беспредельно. Такой стих, такая картиночка. Вот, мои любимые, поделилась с вами. Всем волшебного дня. Так что у нас 16-е, как я сказала, я права. Воскресенье. Всем прекрасного воскресного дня. Не забудьте поздравить Гордея. Ну, Гордей заслужил. Пока-пока. Люблю вас.